Папа Энечка, папа Енечка, он спросит. Сикает, кровь. Понимаешь? Сикает, не трогает. Кровь! Женечка! А, где ты? Папаш. Как делишки, ребятишки, с вами снова Эдисон, добро пожаловать в Майнкрафт, и сегодня вместе с Жейкой и Игорем мы продолжим играть «Кто твой папочка» в Майнкрафте. Да, ребята, всем привет! Всем привет, ребята! Ребята, как обычно, вы знаете, что делать. Не забываем ставить большие пальцы вверх, потому что чем больше лайков мы наберем на всех наших видео по этой серии, тем больше к серии «Кто твой папочка» мы продолжим снимать вот таким составом. И, ребят, не забывайте подписываться на наши каналы, все ссылки есть в описании. И также, ребята, не забывайте писать свои положительные комментарии и в комментариях писать свои идеи для следующих серий по «Кто твой папочка». И давайте наберем 5000 лайков, потому что мы очень стараемся, и для того, чтобы мы оставили ссылочку на эту карту в описании. Приятного вам просмотра. Где же этот пивас, а? Папа, папа, можно тебя отвлечь? У меня есть вопрос. Ну? Мне очень любопытно. Папа, а где моя мама? Я ее никогда не видел. Кто она такая? Ой. Это серьезная ситуация произошла, да? Ну, в общем-то, пойдем, я тебя отведу в одно место, и ты сам все поймешь. Пойдем. К маме? К маме. Пошли, пошли. Женечка, давай с нами, Женечка. Побежали, побежали. Ура, 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 вперед. Папа. А где это мы? Где это мы? Папа. Мы... Так, тут это веселиться нельзя. Это не детский сад, это немножечко тут. Женя, это кладбище. Женечка, Женя, давай будем серьезными. Да, давайте. Да, побежали! Женечка, побежали! Побежали! Я говорю, давай будем серьезны, она побежала. Папа, а успокойся! Я в могиле! Это мы серьезные! Ты вызвали лави! Я уже тебя хотел похвалить, а ты ее обратно закрыла, вот. Закапывайтесь! Закапываем, Женечка! Все, вперед! Ой, ну, здесь какой-то человек снимает летсплей, давайте мы... О, пардон, давайте не будем ему мешать, извините, извините. Так, вперёд. Папа, а зачем мы сюда пришли? Так, мы пришли вообще-то показать тебе, я пошел твою маму, пойдем. Дочь, пойдём, а где? А где? Я вижу, что это мама. А кто это такой? Это мама! Нет, смотрите, патриарх Мавродий какой-то. Он колдует, пойдем. Он сторожит кладбище? Он управляет нежитью. Вперёд! Так можно нам опасаться его, так близко не подходить. Где вот. Мама? Я пришел, надо покидать из семян. Мама умерла! Здесь покоится страшная жена Игоря Лаймаска. Она страшная была? Конечно! Ты думаешь, у меня почему такой не совсем красавец? Смотрите, какая! Папа, ты когда жива, папа! Да, она меня сейчас убила! Ты меня мама убила! Тихо, я вас сейчас закопаю, не трогайте с маму! Нет! Вызволите! Нежить! Нежить! Жен! Женя, Женя, вот туда! Женя! Туда, вот туда! Жги! Нежить! Закопайте отсюда! Пока, папа! Папа! А-а-а! Все? Арю! Прикольно, мы сожгли маму! Папа, арю! Потушите меня! Папа, а ты знал то, что она была мумией? У меня череп! Это мама! Может, заберем домой, в рамку поставим какую-то? Маму. Забери, хорошо. Так, ну ладно, ладно, давайте. Папа, подожди меня, пойду пописью, а то захотелось, пока мы. Тебе подержать? Ну, я справлю. Вот Женечка, если бы такое предложил, я бы не отказался. Ну да ладно. Опа, это что такое на дереве? Нифига себе. Пацаны, пацаны, тут какой-то сок на дереве. Вот ты там пей, пей. Слизывай. Слизывай. Папа Энечка, папа Енечка. Он спросит. Сикает, кровь. Понимаешь? Сикает, не трогает. Кровь! Женечка! А, где ты? Эдичка, что ты со мной сделал? Жесть. Я хочу крови! Я превратил тебя в вампиршу. Меня теперь будут называть Белла! А сейчас, а как же старое имя Женя? Нет, я буду Белла! А может ты будешь какой-то там Жебелла? Я буду Жебелла. Кровь! Кровь! Хочу кровь! Алло, что происходит? Не трогайте меня. Кровь. Папа.
А ты же обычный человек. Куда я улетел? Женечка, может мы его съедим? Смысл съедим? Не трогайте меня вообще. Папа, ты же обычный человек, ты больше никто. Боже, быстро бегай. Я твой папа. Алло. Ты больше не мой папа. Мой папа — это ночь и кровь. Женечка. Женечка, поделим пополам. Пойдем здесь, трупов. Где? Найди хотя бы одного. Женечка, что вообще происходит? Я не понимаю. Ты пописываешь. Свинья. Кровь. Свинья, кровь. А, кровь, свинья. Папа. Папа, ну иди сюда. Папа, Женечка, с ним произошло, не спойте, не заходите сюда. Папа, нам нужна кровь, папа. Папочка. Ну вернись, мы тебя не будем трогать, ну папа. Да, мы просто отъедем твои кровушки. Сейчас я вам покажу. Папочка, ну выйди, ну пожалуйста, ну папочка, ну пожалуйста. Мы уже можем пожрать череп мамы. Так, чеснок. Мою маму не трогай. Что ты скажешь? Ааа, чеснок! Папа, иди сюда. Папа, уйди. Папа, вы пошутили. Женечка, беги сюда. Папа, вы пошутили. Женечка, убегай. Белла. Я же Белла. Стойте, а ну-ка, идите сюда. Сейчас я вам тут... Женечка, прям. Ай, опять улетел, твою мать, вампир. Иди ко мне. Я нашел какой-то проход. Женечка, кто хочет чеснок? Какой чеснок? Так, Женя, подожди меня! Да. Призрак! 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 Какие призраки? Да, тупик! Женя, тупик! Чеснок! Нет! Покажу одну вещь. Какую вещь? Асина! Нет! Папа, отойди! Так, сейчас я вас буду излечивать. Излечивать буду вас, понимаете? Так, нужно, не нужно, Женечка, знать. Ах, шмахай, Какое заклинание, папа? Нет. Не нужно, пожалуйста, папа. Нет, не надо. Как, убери чеснок. Остекол, бьем его. Выронила. Нет. Продолжаем, чеснок, шмахнёшь. Нет, папа, убери чеснок, пожалуйста, убери чеснок. Я чувствую, у меня силы пропадают, Женя. Что это было? Ну чё, падлы кровосос, а? Как, ещё чеснок, ещё... Папа, ты нас, наверное, излечил, я больше ничего не чувствую. У меня больше нету жажды крови. Пошел пописать, пришел сюда демоном каким-то, вампиром, да? И что? Как ты так умудрился, скажи, ты писать ходил? А я не знаю, пап, там было что-то на дереве, я подумал, это какой-то, не знаю, томатный сок. Пойдем посмотрим. Пойдем. Мне кажется, нужно заразить то место, чтобы больше никто не заразился. Помоги. Опять свое? Да, ну, папа, это же в мирных целях, чтобы больше никто не заразился. От мамы уж ничего не осталось. Мамочка, а где ее череп? Где ее череп, Женечка? Он у тебя был. Вот смотри, папа, вот я что-то тут лизнул. А ну, Женечка, подойди. Видишь, там что-то было. А ну отойди. Я застрял опять! Женечка, вытащи нас! Женечка! Это страшно! Помогите! Меня! Ну все, сейчас больше никто не заразится, вот. Помогите! Мы теперь. Вытащите! Всем большое спасибо за просмотр, и если вы хотите увидеть продолжение, то обязательно ставьте лайки. Давайте наберем 5000 лайков, и ссылку на эту карту мы оставим в описании. Да, ребята, и как обычно, не забываем подписываться на наши каналы. Ссылочки в описании. И, ребята, я сижу на голове мамедечки. И не забывайте писать в комментариях ваши новые идеи для серии «Кто твой папочка?». Мы читаем все комментарии, на самые интересные мы отвечаем. Да, ребята, еще раз всем большое спасибо за просмотр, всем удачи и всем пока. Всем пока. Пока, ребята.